Давай, Юляш. За это. Нет, вот твой горячий шоколад. А, тебе сердечко сделали. Ну, же капучино. А как тебе на горячем шоколаде сердечко? А, она разветвалась. Давай, мать. Горячий шоколад. Так, местные вкусности. Гирос. Такая вкусная. Юля с чем-то, у Антона с чем-то, у меня с чем-то. Вкусно? Зазыкивает бомба. Вот, пришли на пляж. Людей много, купают, загорают. Пошли на постилки. Деревянные постели, это удобство. Мы решили. Да? А вот смотри, мы можем отдать вот этим, кстати, мужикам. Да. Сейчас мы будем искать человека, кто карточку потерял. Ой, море, конечно, не ать, да? Там чистят, потому что, да. Ветерок. Да, море, конечно, не ать. Вот убирают дети. Таблетки стоят, там же частный. Пляж. Тут уже все поставили домики. Юля, как вода? Ледяная. Нет, как вода? Ледяная. Нет, даже хорошо сказать. Теплая. Ледяная. Адреналинчик. Нет, ну Саша, ты там такой водитель. Все, поехали. Ой. Да, я сильный. Ты матерый? Да, я матерый. Ты даже не знаешь, что такое сдаваться. Да я не знаю, что такое матерый. Всем здрасте, всем добрый вечер. Голос у меня осипший, потому что я кричала «Горько!» Ну, короче, поняли. Кричала так, что аж гланды мои видны были. Привет, привет, всем привет. Сегодня последний вечер с Юлей. Крайний. Да. Крайний. И они завтра уезжают утром. Не молчите. Не молчим. Вот, пока мужики нас жали шашлык, мы решили похрустеть. Привет, привет, всем привет. 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 У Юли здесь СТРТ, потому что Аня еще не может так грызть, как Юля. Тут уральская. А Юля, блин. У Юли все зубы на месте, по крайней мере. Хотя бы стеночки на месте. У меня двух нет зубов. У меня трех уже. У меня двух нету, и еще двух, считай, нету. Ну, короче, здесь гульба радужная, красное сердце, уральская, сандин, лазурит. Закат. Закат. И что-то еще. Что-то еще. А у меня вот ассортимела. И у Юли ассортимела. А, кто-то спрашивал у меня в телеге. Аня, вы дали попробовать мишку Юли? Вот сейчас даю мишку попробовать Юли. Вот она сейчас в мокром виде его будет. Ой, да пробовать грызть. Пугается, он что, да, нах расстегнул. Отожралась на юге уже. Приехала, отожралась на юге уже. Живот не помещается. И в сухом виде попробуешь ее откусить? Давай, значит, с нее начнем, и ты ее пишешь, как ФРС первым. Попробуй прям, только аккуратненько, чтобы зубы не помыть. И попробуй описать ее. Ой, блядь.
Рамилка приедет в конце июня. Будем жрать. Ой, ну что по вкусу? Да ничего по вкусу. Ну, говори как есть. Ничего, безвкусный, просто мело каменелый. Пиздец какой. Да не матерись. А Кани что-то? Кани в середине июля, а к нам в конце июня. Ань, как ваши зубки? Да нет у меня зубов, у меня десна. Остались без зубов. Нормально. Радужная. Тут собралась, это, собрались без зубы прямой эфир. Блядь, какая вкусная. Как там? Такого. Пипец. Просто. Пушка-бомба. Какой-то мел вкусный. Гонка. Я не могу так крутить, еще кусать кусков. Погулял. Клык сломали, ну и пиздец. Очень вкусно. Доброй ночи. Тебе есть рогатину? Когда впервые пробуешь, вам весь мел будет одинаковый на вкус. Потом со временем распробуете вкусы. Если будете постоянно пробовать. Я не видела. Песочный сок. Но мне туда дорога закрыта. Мне плохо. Мне Пал приходил слоистый такой. Как чародейка типа. Но мягче намного. Нет, я ничего не привезла. Но... Тульский пряник. Добрый вечер. Свадьба прошла хорошо. Я танцевалась. Ну, в мокром виде нормально. Вкус есть? Вот такой. Привет, Казахстан. Уральская. Мне Анна поделилась. Ой. Это как в детстве, когда свадьба во дворе, бежите все смотреть на невесту. Угу. Да точно. А не знаю, было у вас только во дворе невесту, потом откидывают монетками, конфетами.
Ну, жених с невестой выходит после выкупа, их обкидывают, да. Мы сюда сразу деньги собирали, идем. Да, мы тоже. Тоже. Незабываемое детство. Свадьбы все бегут сразу. Аня, как зуб? Да нету и там зуба, его вырвали. Десны заживают. Я сейчас бегу смотреть. Я сейчас бегу деньги собирать. Сейчас, правда, не кидают уже. У вас нет фобии опять сломать зуб? Ну, я бы не грызла, если была бы. У меня есть, я все равно грызу. А мы где есть фотки со свадьбами? Нет. Это же не Анина свадьба. Это лично. А себя я не фоткала, у меня там фотографии есть, где мы с братницей. Я говорю, ты хоть сфотографируемся? Я говорю, встречаемся только на праздниках. Ну, там, зачем, это неинтересно. Привет. Про вулкан? У меня на ютубе есть целый влог. Два раза. Один с Буси был, один с Юлей был. И еще один выйдет. А что вам рассказать про вулкан? Там целая статья. Я просто могу что-то забыть. Ну, целая статья у КРФ. Так что я бы не советовала вам. То есть своими словами я не могу рассказать, почему. Потому что у меня это в голове не так сильно укладывается, как у некоторых, которые все это... Новый? Нет, у меня уже давно. Поэтому что-то. Будет влог, и там будет полностью про вулкан и в описании. Блин, а вот это можно как-то расколотить? Южный берег добывали сегодня? Нет, мы туда даже не ездили в ту сторону. Молоток я не вижу, не молоток. Ну ладно, переживу. Походу он в этом где-то в коробке. Ну замочи его. Не хочешь мокрым? Да можно. Ну все, тогда что проблема? А губы не сушат кто? Мел сушит губы, конечно. Что-то передними зубами грызет. Ты? Не, мне не нравится. Да кто-то из милоежек. Без зубов можно остаться. А это что за глина? Это, мне кажется, оранж. Или лазурь. Оранж, наверное. Там. Вкусно? Я думал, они что делают? Бери. Чё? Можно у вас руки помыть? Да. Сюда. Мои тоже. Мы шашлык есть будем, а не мел. Мы сейчас тоже и придем шашлык есть. Будем... Не, у вас шашлык. Шашлык уже не ела. У нас свой шашлык. Мы уже подкопим. Ой, как вкусно тебе пахнет, Антон. Мясом. Мясом пахнет мужчина твой. Сам мясной весь. Самый мясной, да прям. Ты сам что из жопы сел на мангал? Да, поджарил. Кто кого посадил грызть? Юля. Кто? Если бы не приехала, бы, наверное, ничего не грызла. Ну, я потихоньку, видите, сейчас все равно не десна выживать, я там задними зубами что-то там пытаюсь. Да, мы просто завтра домой. Она так мне ничего не погладила. Поэтому завтра не ей домой. Тоже хочу сахар. Конечно, глотаю. Я сейчас очень много глотаю, пока десна доживает. А выплюнуть неудобно. Все.
Я могу как бы не имела шашлыка. Что глотается? Ну, глотается слюня. Он какой песочный. Да. Нет. Аня, как вы думаете, когда поставите зуб, будете грызть? Конечно, буду. Девочки, у меня стоматолог мой, она грызет. Ну, не твердый сорт, а будут мягкие, только в моем. Уже гузбечку так не погрызу. Сейчас только чуть беззубый остался. Ты? Мне прям камень попался. Где? В меле. Каком? Ну, ракушка, скорее всего. Да. Я не знаю, что это за сорт. Крупинчатый прям песочный. Добрый. Мы были на грязевом вулкане. На полету. Ты слышишь? Прямо такая? Мне такой кусок попался, аж пломбировый вкус. Мог у меня. Пломбир. Пломбирный. Вкус пломбира. Вкус пломбира. О, поехали. Мерхаба. Началось. Арабская ночь. В Анапе? Конечно, мне всегда нравится в Анапе. Когда людей нет, охренительно просто. Mm-hmm. Просто шикарно. Не пропадай из кадра, не пропадай. Так, глина, закат. Мокрый. Хуй-то. Не, очень вкусно. Я прям обожаю закат. Я честно, я его купила, я ее жрала, как не в себя. Я прям глотала. Я прям ее сжирала просто. Привет. Я в отпуске, да. Было до понедельника. Без уха тебе. Угу. Хочу тоже глину. Мокрый, да нет. Уралку замочу. Нет. Охуенно вкусно. Ну, закат не сильно твердый. А вы тоже видите страницу? Кто? Юля?
Конечно. Какую я, ну с какой выход? Уже обсудили яму, и новый выход, или еще нет. А, я Нюто. Ну, вне зоны доступа, мы не опознаны, вне зоны доступа, мы для ее Нюты. И она для нас тоже. Мы уже все забыли, мы там уже не следим за ее творчеством фотошопа или фотожоба. Для меня закат по вкусу на мел похож. На мел? Угу. С меловым вкусом? Угу. Меловой такой, даже немножко, ну не терпкий, я не знаю, как описать. Ну, типа прям такой какой-то пыли залежавшийся. Мой ник пишется мелк, нижнее подчеркивание, S-H, шелк. В моем сторисе я Юлю отметила. Speak English little. А вы посидели еще год назад? Как я к ней ездить начала? Не, посидела я давно, еще 25 лет, вот так. Отращивала уже как год. Мел с муравьями. А в мешках? Ой, господи, ну сахар там у нее, конечно, с муравьями он будет. Залезли муравьишки на сладенько. У меня 28. Мясной мел. Ну, хоть не с крысами, муравьи, что? Не так страшно. У Сони? Соня выложила? Жижа, магма? Нет. Это грязь. Природная. Мы были на грязевом вулкане. Действующем. Угу. Он постоянно выбрасывает много грязи. Они и там бром что-то там читала. Она там с нефтью прям пахнет даже, вот как масло машинное, моторное. Да, ну, очень-очень полезное. У кого суставы больные. Ну, там много всего, там очень много. И компрессы делать, и маски делать, и обертывание делать. То есть, у меня нога затекла. Вот так вот, Соня, все. Мне 37 в сентябре. Смотрите звезды в Африке? Я да. Я телек вообще не смотрю. Юля полюбила больше сейчас глину, чем мел. Да, я глину. У меня Аня подсадила на глину. Она мне вот... Я на нее смотрела, как она ест, так сидит, жует, вкус смакует. И я так начала, и такая, блин, обманывает. Не так. Ты ко мне не приехала? Так. Ты не ко мне приехала? И такая, да не, прям раз. Ну, я начала смотреть, как ты ее ешь. Я ее просто грызла, типа, и выплевала, потому что меня бесило, что она залипает. А потом, когда ее жуешь, ты ее вкус распробуешь, и он, ну, блядь. А, я думаю, ты ролики смотрела. Я думаю, когда ролики, и когда я к тебе приехала. Все вместе. А ты что, мои ролики смотришь? А что, Витя? Деньги заплатить. Времени нет, надо желать мне поставить. Деньги заплатить, я заплачу, сколько надо, я заплачу. Деньги, да. Да, деньги, да. Деньги, да. Аргентина, Ямайка, 5-0. Какая боль. Привет. Ола, давай сердце сделаем. Ола. Привет, Украина. Аня, вы 27 лет, да? Аня, вы 27 лет, да? 37 мне было. Ну, а не было ты 27, да. Да. Не было 27, да. 10 лет назад. Хола. Buenos días. Бразил. Что я скажу, блядь? Ну, аккуратно. Что, надо еще что-то греть? Конечно. Блин, я уже расслабила булочку. Радужная. Бля, какая она вкусная такая. Вообще. Мне так нравится, когда ее отламываешь, она такая. Uh-huh.
Хай Анка. Это знаешь, как в этом, скажи, конкурсы красоты, они уходят. Бразил! Раша! Аргентина! Оля! Не, а это... Бестыша! Девочка копирует, ты видела, да? Да, да, да. Бля, вот они ебанутые некоторые, вот. Марокко! Италия! Ну, не может это... Бразил! Red clay, ну окей. Red clay. Это надо вылить. Знаете, когда длинное название? Доминикана Республикана! Нет, наши мужья не едят. Да, какая вся вкусная. Вот что это она за глинус у меня подсунула. Вкусная? Пиздец. А соленая? Их капля, ну вообще не чувствуется. Давай язык. Давай язык, отрежу тебе его. А за мат? А за что? За мат. Мать я тебе или кто? При матери материнстве. Бабушка всегда говорила. Я тебе скажу, при матери материнстве 100% кто-то не услышит, не допоймет, и будет в комментарии. Какая дочь неуважительная, при матери ругается. И опять будет, это ваша дочь? Мы с Юлей. Братья. Братья. Близнецы. Однояйцевые. Я тоже хочу угостить меня, пожалуйста. Пожалуйста. Это как Ералаш, помнишь, вы двойняшки? Нет. Нет. Ну близняшки? Нет. Нет. Да тройняшки мы, чё? Я пиздец гонила. В наушниках. Это мы еще не все страны рассказали вам. We from Russia. Russian, Russian, Russian girl. My baby. Baby. Only, only. Не знаю, кто там. Красная соль-то была. Да, да, красная соль. Красная соль? Красная соль. Красная соль, красная соль, да? Красная соль, соль, красная соль. Красная соль. Красная соль это была. Красная соль. Привет, Кыргызстан. Я помилу. Нет, мы никого угощать не будем. Мы жадные. Привет. У меня же зубов вот застряло и пиздец. О, жалко. Да братья мы, да ёб твою мать. Не, это вообще без скрипа, это как радужное, только, ну, вкус другой. Как у ребенка ветрянка начинается, прыщики по всему телу вылазят, чешутся. Не такие прыщики водянистые, да? Ну, а там прыщик, прям водянистые. Воспаление, да. А если ребенок расчесывает, будет потом болячка сильно. Температура поднимается. А уральская Юля сегодня. Шо? Камень? Ракушка. О, глянь прям. Торчусь ракушка. Нет, я имею в виду по консистенции она. Вот, кстати, сейчас поскрипывать стало. Это прям не просто прыщи, это прям сыпь. Сыпь по телу. Да, ракушка вот. Вы да. ее сразу поймете. Вы ее не думаете, что там это один-два прыща. Да, она будет каждый час появляться. Каждый час? У Лёвы как высыпало, да? Прям вообще вот такие бульбы. Прям буль-буль-буль-буль-буль. На голове везде. Вы это ни с чем не спутаете. Просто опа. Ни с чем. Просто ни с чем не спутаете. Руки. Это сразу видно. Зеленкой мажут для чего? Чтобы отметки делать. Вы помазали зеленкой? Если нет, появилось... прижигать. Ну, ну и прижигать. Почему зеленкой? Я имею в виду, потому что ну, цвет. Чтобы понимать, какой прыщик пропустили, какой нет. Вы могли и заболеть, просто перенесли без симптомов.
У меня мама тоже говорит, она не помнит, чтобы она болела ветрянкой, но у нас все переболели, она не болела. Уральская. Кто? Все, наверное. Угу. Мы завтра утром уезжаем, у нас все, выходные остаются, и мы на работу. У сына выпускной 23-го. Нам уже не вариант оставаться. Ребенку 3 года, все себе ищешь. Да все болеют в детстве. У меня в год ребенок болел. Ничего. Не у него здесь так и остался. Ночью тесану. У нас все готово. Мы идем. Да, сейчас. Не, когда ветрянка, да, конечно, к врачу обязательно вас на карантин сажать. К Ане в гости обязательно приедем. Мы уже не в этом году. Спасибо, хоть заехала вообще, классно. Хоть заехать, молодцы. Да, эфир заканчиваю, полчаса уже идет. Да, надо отмечать вечер, последний вечер. Нет, крайний вечер. Да. У нас там шашлык, конечно. Такой вкусный, откуси. Не знаю, сколько сильно. Я не знаю, что за то, такой прям очень вкусный. Или мне может то, что это как-то такой привкус стен. Или такой жирный молочек. Да? Похож на пастилу милоежки. А, это, наверное, она есть. Очень похож на пастилу. Это она есть, да. Я люблю пастилу. Я очень люблю пастилу, прям мне очень. Аня к нам летом. У Ани сезон, во-вторых, к нам летом лучше не ехать. У нас летом плюс 62, там особо делать в городе нечего. На Волге стоп купаться. Мы к Ане, да, планировали ехать, но я ей специально не говорила, чтобы сюрприз был. А я тут на каждом эфире, в каждом комментарии, да, Бриш, приезжай, а она, кажется, уже решила ко мне заехать и просто держала меня ни в ведении. Как? Ни в ведении. Угу. Мы из Волгограда. Незаметно. Ну, солнце бы не красное, не загорело. Я не знаю, как правильно сказать. I'm going to the mountain chalk. Зачем ты меня закрыла? Я так наша бабочка была. No, we are brothers. Пока у меня нет в продаже Милки. Мы в этом году еще не ездили. Сегодня были в акварели. Вы пьяные, да? В Волгограде. Я пьяна. Пьяный. Жоп. Нет, мы на курине. Все, бросай, там нас шашлык ждет. Бросай, не свой мел. Мне будет 37. Сыну будет 7. Спасибо. Thank you. Go to шашлык. Юля, сколько тебе лет? 28. А сыну будет 7. 21 ты родила? 22 родила. Мне исполнилось 22, я родила. Все, да, Лёха, да? Мы под мелом. У нас девочки. 1 килограмм метамфетамина. Все, никак перед смертью не надышишься, да?
Да, всем пока. Да, идут наши в первый класс в этом году. No, we are brothers. Несите шашлык и продолжайте. Ну что, давай берем с собой, пошли. Все, всем пока. Сейчас Юля уедет, я займусь своими делами, мне их вот так. А по ночам сделаю влоги. Я Юлину ноги наснимала. Ты мне фотки передавай. Возьми сейчас телефон через аирдроп. 100 рублей. А ты как думала на юге? 100 рублей. Я тебе тоже тогда не верну твои. А у тебя тоже есть мои фотки? Ну ладно, ладно. Все, бесплатно. Бесплатно. Вот. Будете в эфир после шашлыка? Нет. Юле надо вещи собирать. Уже 9 часов. Конечно. Уже вещи надо собирать и это. Come to you say sorry. I can't. Выходите в историю. Где Богомол? Да Богомол к осени приходит. Богомол. Да все, блин. Все, девочки, пока. Она не уйдет никогда. Я убили. Куда ты? Не бай! Yeah.